Всем добрый день! С вами Татьяна. Томатики поспели, и я продолжаю заготовки. Сегодня я буду делать универсальную приправу из томата, базилика и чеснока. Это самая удачная сухая приправа. Приправа номер один, которую я делаю каждый год, и много не бывает. Приправа подходит для любых блюд. Яичница, салаты, мясо, картофель. Ее можно добавлять в блюда из овощей, рагу, запеканки, супы, соусы, маринады, даже для приготовления хлеба, пицца и так далее. Помидоры буду сушить в электросушилке двумя способами. Первый способ перекручу на мясорубке. Томаты у меня были мясистые, поэтому масса получилась такая довольно-таки густая. Но чтобы избавиться от лишней жидкости, можно с помощью сита. Но вначале я добавлю небольшую чайную ложку соли. Ставлю сито на массу, и выделяется сок, который можно легко убрать ложкой. Однако одной рукой мне неудобно, но принцип понятен. У меня получился стакан жидкости. И сейчас массу я буду раскладывать на поддоны электросушилки. Так как поддонов у меня не хватает, я из пергамента вырезала круг и туда накладываю пасту. Часть томатов я буду сушить дольками. Вот так, вместе с семечками. И приступаю к базилику. Помыла и слегка просушу. Чеснок. Чеснок нарезаю на дольки и все отправляю в электросушилку. Сушила при температуре 50-60 градусов 5 часов. Базилик освобождаю от крупных веточек, которые пойдут в другую приправу. И измельчаю вручную. Чеснок измельчаю в блендере. Томаты также измельчаю в блендере. Томатную пастилу снимаю с пергаментной бумаги. Снимается довольно-таки неплохо. А вот с поддона, который я смазывала подсолнечным маслом, снимается немножко трудновато. Но тоже неплохо. Два способа хороши. Томатную пастилу измельчаю в блендере. Вот такая крошка получилась. Добавляю 2 чайные ложки базилика и 2 чайные ложки чеснока. И пол чайной ложки, не полную чайную ложку соли. Приправа готова, а это приправа более крупной фракции из томатов, которые сушились дольками.